Задание сложное для хозяев особенно, потому меня и не любят. Подзыв Рейна, давайте. Да, молоденькая, ничего страшного. Подзыв себе. Вы сегодня с мастодонтами работаете, так что да, будет сложно. Рейна сердится на тучу, потому что она жмется к ее парню. Говорит, пусть она отойдет от него. Лежать. Туча, хорошо. Ха-ха. Лягушка, знаете, это хорошо. Тем более, что лягушек здесь нет, здесь жабы только. Не провалиться в яму, не наступить на хвосты. Тут много травы. Да, похвалить всех, кто продержался. Попрошу вас собаку не отжимать, стоять у конуса, работать командой. Те, до кого собака уже добралась, те перестают командовать, потому что собака уже рядом, ладно? Сложно в поле-то место выбрать удобное. Работаем по одному. На 2-4 шага отходим. Про Бостона пропустила, что там такое у нас, да? Немножечко жарко ему, видимо. И он теперь, да. Говорит, я без Герды вообще не работаю, да, я не дрессированный. Хорошо, Рейна, Каха хорошо. Какая я демократичный кино, видишь, что допускаю? Дори прекрасно, Туча. Туча сегодня в образе, трепетная Лани. Бостон, а можно просить вас немножечко вовне отойти? 2-4 шага, сколько успеете. Хорошо. Так разрешено. Да. Позыв к себе. Хорошо. Я считаю, что если собаке хорошо, то не надо прерывать этот процесс, если он не мешает дрессировке. Хорошо. Так, идите, пожалуйста, вот... Нет, все-таки оставим у конуса собаку, поэтому полуобход сначала. Прошу прощения. Полуобход. На дальней точке стоп и сидеть. Собаку у конуса, вы в траве или около того. Бостон дошел. Прекрасно. Нори мимо, Каха есть, спасибо, хорошо. Туча в образе, Нори хорошо, Рейна есть, спасибо, да. Каха, ну как быстро, все, сидеть. Его, видимо, мучает философский вопрос, хвосты должны быть длинные все-таки или короткие? Тут половина группы такие, половина такие, ничего не понятно. Хорошо, переходите, пожалуйста, к следующей точке, по часовой. Можете на расстоянии, да. Не там, где собака, а 2-4 шага вовне. Да. Чуть-чуть дернулся Бостон, Каха, Рейна изумительно, Нори хорошо. Туча сейчас войдет в коллектив. Ага. Я близко, да, положила? Спасибо, да, хорошо. Мы расширяем горизонты, видишь, у нас собаки-то какие крутые. Хорошо. Лежать, пожалуйста. Бостон, Нори, Каха, Туча и Рейна. Хорошо. Пожалуйста, стоять. Стоять. Да, супер. Пазы к себе. Да, хорошо. И у вас новый конус, да, появился в 4 шагах, 2-4 шагах от вас. Мы его будем обходить с вами. Поэтому Тучу оставьте, отойдите, пожалуйста. Обход конуса справа, вместе справа, пожалуйста, обход конуса делаем. Так, Каха, Рейна очень неплохо видела Нори, Бостон чуть-чуть заметался. Ага, Туча немножко заметалась, хорошо. Обход слева, пожалуйста, обход слева, давайте. Чисто Бостон и Каха, и Туча. Нори говорит, чего перепел-то нет, непонятно. Да. Оставьте, пожалуйста, собаку на поле и идите к центральному конусу. Тот, который в серединочке, пожалуйста, встречаемся там. Вожаками встречаемся, собачкам ждать. Ого, Нори даже не видно. Да, вот когда сидеть-то хорошо, прям видно сразу. Спасибо, а то прям, да, хорошо Бостона вижу, да. Все, замечательно. Лежать, лежать, лежать. Бостон, Каха, Туча, Рейна, да, и Нури, да. Позы к себе.
Хорошо. Что-то не сложился у нас пазл. От Рейны можно в центр отойти? От Рейны? Все там, ничего. Ну, потому что до урока вы должны 2-3 дня отдыхать, чтобы вас никто не мучил, иначе вы здесь теряетесь. Задание сложное для хозяев особенно, потому меня и не любят. Подзыв, Рейна, давайте. Да, оставили собачку, конусу, пожалуйста, отошли. Вон, видите, все хозяины разгрузили предыдущие 2 дня и с бодрячком. А вы одна какая-то замученная. Конусом, пожалуйста, конусом. Да, или около того. Хорошо. Сидеть. Бостон, Каха, Туча, Рейна. Хорошо. Нори говорит, вот эта собака. Прям вообще. Точно в меня вцепится. Или вот эта. Когда вы отрываете собаку от земли, мне всплывает реклама в глазах турецких авиалиний, что дети летят бесплатно. Так, просто нормально, нормально. Поднимите его немножечко только, да. Поднимите, да, передние лапы. Ну, Нори, да, молоденькая, ничего страшного. Пазы в себе. Вы сегодня с мастодонтами работаете, так что, да, будет сложно. Команда сидеть у конуса. Снова собираемся у центра, пожалуйста. Тут такие хищники, вожаки. Вообще их лучше не злить. Хорошо, лежать, пожалуйста. Лежать. Бостон, хорошо. Туча, Нори, да, доберманы. Хорошо. Хорошо, тихонечко. Смотрите, сейчас будем подзываться по одному, пожалуйста, ладно? Норик себе, как самая младшенькая, да. Рейна. Хорошо. Каха. Эх, по витаминам не успел сорвать. Хорошо, Бостон. Давайте, он мотивирован, там тенька больше в вожаках. Хорошо, Туча, выдержавшая длиннее, да, всех. Угу. Оставляем еще раз собачку здесь. Отходим конусом, конусом, конусом. Рейна сердится на Тучу, потому что она жмется к ее парню. Говорит, пусть она отойдет от него. Лежать. Туча, хорошо. Каха, Бостон, лежать, пожалуйста. Да, да. Нет. Еще одна девица. Несовершеннолетняя. Ой. Подзыв себе, кто смог вылежать. Прекрасная работа. Вы лежали, по вам ходили, и вы смогли удержаться. Очень хорошо. Собаку конус оставляем, к следующему конусу идем. Команда сидеть, пожалуйста, сидеть. К следующему конусу. Да. Хорошо. Если собачка конус остается, мы сразу получаем много бонусов. Во-первых, я вижу... перемещается собака или нет, и вы, кстати, тоже. А во-вторых, рядом с вашей собакой стоит посторонний, что крайне желательно в нашей, так сказать, неспокойной 21 век. Лежать, пожалуйста. Не надо, чтобы собаки лезли к людям, это может очень даже плохо закончиться. Бостон немножечко подполз, но в пределах разумного, ничего. Нори вообще не легла еще. Каха, Рейна, Туча по-служебному, четкие, прекрасная работа. Хорошо. Подзыв к себе, кто смог вылежать. Побежали, побежали, побежали. Что вы все в поле? Да в поле грибы есть. Надо грибы собирать уже учить. Вы там учите своих собак грибы-то собирать? Один гав белый, два подберезовик. Я вот все учу, все никак не получается. Вовне 4, пожалуйста, шага отойдите. Вовне от своей собаки. Не по часовой идем, да. Снова отходим на расстояние. Хорошо. Да. Лежать. Сейчас еще один раз попрошу вас прогуляться снаружи пятиугольника.
мимо собачек в любую сторону прогуляться вокруг собак, им лежать. Пожалуйста, бросаем поводочки, идем, доверяем. Лягушка, знаете, это хорошо, тем более, что лягушек здесь нет, здесь жабы только. Лягушки только в воде, это жаба. Следить, да, не провалиться в яму, не наступить на хвосты. Тут много травы. Да, хорошо вижу. Опасно это крот. Что лягушка? Вон Ричард методом эксперимента выяснил, что кроты кусаются. Да. И как это он только понял, да? Нет, я не шучу. Представляете, крота взял в рот, а он укусил его. Так обидно было, ему вообще непонятно, он его просто поносить хотел. Хорошо. Хорошо. Похвалить всех, кто продержался, молодцы. Так что на лягушек не реагируйте, берегитесь кротов, они, оказывается, кусаются. Сидеть, пожалуйста. Сидеть. К норе поближе, поближе немножечко, да. И, а ее поближе к конусу, пожалуйста, да. Давайте в заданных габаритах работать поточнее. Бостон, хорошо. Каха, туча, хорошо. Рейна, да, нори поправили. Единственное, какая представляет интерес... У меня тут музыкальный салон открылся сзади. Так, ни у кого дома не может гореть, если что? Телефончик играет у кого-то. Судя по музыке, мужской телефончик. Я. Подзыв! Да, хорошо, хорошо. Оставили собачек на расстоянии от конусов и собираемся в центре, в центре. Это такой оранжевый конус, пожалуйста. Один всего стоит. Надо его делать другого цвета, чтобы можно было ссылаться на цвет. А хотя это только для женщин, мужчин все равно не поможет. Ладно, хорошо. Еще разочек, подзыв по одному. Нори к себе. Каха. Хорошо, туча. Рейна. Бостон шикарно продержался к себе. Дольше всех, да, поскольку ждал. Очень хорошо замыкающий был. Еще разочек. Лежать у конуса хвостом к центру. Лежать у конуса. Отходим конусом. Дальше не надо. Конусом. Бостон, отлично. Дальше не надо, не надо. У конуса работаем, у конуса. Спасибо. Хорошо, прям, да, лежать. А то там дальше вы в траве уже теряетесь из виду. Хорошо. Стоять. Нори первая встала. Ай, хорошо. Сидеть. Значит, смотрите, сейчас у нас будет несколько дублей базовых команд. Попрошу вас собаку не отжимать, стоять у конуса, работать команды. Те, до кого собака уже добралась, те перестают командовать, потому что собака уже рядом. Ладно? Так сказать, выявляем самого центрального подающего. Ксения, отойдите, пожалуйста, к конусу. Благодарю. Стоять, пожалуйста. Хорошо. Сидеть. Так, вот, ну это прям нечестно, да. Угу. Лежать. Рейна, фу. Так, к Норе, Нори к себе, ждем остальных. Лежать, хорошо. Нори не работает, секунду. Клевер, прям вкусный цветок такой, вкусная трава. Сидеть. Спасибо за честность, отжимать не надо, мне нужно просто, да, посмотреть. Лежать. Лежать. Стоять. Рейну чуть-чуть отдерните, туча из последних сил держится на рубеже. Так, сидеть, пожалуйста. Ага, Бостон почти, Каха почти. Да, лежать, пожалуйста. Так, Бостон, Каха к ноге достаточно. Стоять, пожалуйста. Хорошо, лежать. Так, ну,
Да, я бы сказала, Рейна вроде как поближе к конусу, хотя соревнования не совсем точны, потому что тучу давили. Я бы сказала, туча все-таки продержалась дольше. К себе. Хорошо, для компаньонов. А для служебников отвратительно. Куда они все выползли? Мы начинали от конуса, да? Хорошо, отходим вовне. Давайте 4 шажочка, а то там дальше уже канавы начинаются. Лежать. Собачки, лежать. Угу. А вам 4 шажочка отойти, да. Хорошо. А собаку конуса, пожалуйста, да-да-да. Да мне все равно, где кайфовать, так что давай, пожалуйста, без проблем. Хорошо, позыв себе. Да. Хорошо. Обход конуса справа, пожалуйста. Обход справа. Быстро-быстро, группой-группой, побежали-побежали, недолет у Кахи. Нет. Пойди справа. Ну, Бостон мимо, туча есть, Нори. Рейна не очень не поняла. Обход слева. Не все сразу выучили право-лево, но знаете, люди тоже путаются. Так, Каха, Бостон, изумительно, туча. Да, да. Хорошо. Хорошо. Замечательно. К любому конусу. Нори с краю, вот только Нори с краю, а все остальные куда хотите. Хорошая подготовка, поэтому мы с вами свободны. Только Нори, упростите задачу все-таки, да. Да, хорошо, вот так замечательно. Ага. Так, все-таки я вас поправлю. Можно Бостона с тучей поменять местами? Второй, третий. Ага. Конус, да-да-да, вот так, все хорошо. Нори хорошо, да. Замечательно. Отходим к лесу на 4 шага. К лесу, лес том. Там лес. Вот туда. Там лес. И туда отходим, да. Хорошо. Спасибо. Вот. Картинка у нас другая. Собаки теперь видят друг друга сбоку, а не напротив. Хорошо. Лежать. Нет. Сюда лежать. Так, 4 есть. Бостон. Кто-то нам звонит, видимо. Да. Это сложно в поле-то место выбрать удобное. Работаем по одному. Нори. Нори, к себе, пожалуйста. Каха. Каха. Хорошо, Бостон. Прекрасно, не рванул за овчаркой. Рейна. Хорошо, давайте тучу. Хорошо, оставили, пожалуйста, собачек. Конусом отошли. Конусом. Ждем напротив конуса своего. Примерно, чтобы, да, собаки друг к другу не прижимались. Это немножко, да, их осложняет работу. Не все готовы, так сказать, в куче. Хорошо, сидеть, да, замечательно. Хорошо. Стоять, пожалуйста. Стоять, не угадала. Нори, Бостон чуть-чуть, но это в пределах, подшагивает. Доберманы. Рейна, хорошо, туча, отлично. Хорошо, стоим. Стоим, не падаем. Стоим 20 градусов и стоим. Правильно, грибников надо собирать, а не грибы. Что за бред? Сразу, чтобы было почищено и в корзинку уложено. Полный подзыв к себе. Супер, параллельный подход. Очень приятно, большие молодцы. Еще раз, пожалуйста, у конуса оставили собачку, отошли на 4 шага в сторону леса. Туда, пожалуйста, туда. Туда отошли. Ах, нет, сидеть нельзя. Рейна к себе. Хорошо, Бостон. Бостон, пожалуйста. Хорошо.
Нори. Хорошо, Мкаха. Да. Туча, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Так, еще разочек оставили собаки. Собак конусом отходим, пожалуйста, конусом. Хорошо. Лежать. Общее лежать, пожалуйста. Ну, поползли ей опять. Поползли. Туча, отлично. Говорит, да что же у меня все время доберман-то сбоку? То один, то второй. Хорошо, сейчас Бостон. Да, стоять, пожалуйста. Да, позыв себе. Да, замер, так сказать, дистанцией. Угу. Еще раз, пожалуйста, а можно вас попросить подойти? Мы с вами подержим, да, корду. Угу. Аккуратно, только не торопитесь. Тут, я говорила, ямы в поле бывают, это не английский газон. Вот здесь попрошу вас, постойте, пожалуйста. Вот, как раз с Нори начнем. Хорошо. Так, вот с Нори. Пожалуйста, собаку здесь посадить, вы сюда, прыгаем и обходим меня и встаем дальше. Хорошо? Давайте. Смещаемся с Кахой, спасибо, вы правильно поняли, да? Смещаемся с Кахой, Тучи, Бостон, Рейна, да. Хорошо, прыгаем. Барьер, барьер. Чисто, хотя думал, зацепит. Хорошо, спасибо, давайте, Каха, молодец. Стоп. Сидеть. Сидеть. Ждать. Хорошо, лучше в команде рядом перемещаться. Да. Прошу. Сидеть. Барьер. Да, хорошо, очень хорошо, аж катнул прям. Земной шар меня же прям качнуло. Прошу. Ничего себе толкается ваша собака. Попросите ее поаккуратнее, она же уронит всех наших учеников. Сидеть. Ждать. Далеко не надо. Далеко не надо, пожалуйста. Прошу. Ничего себе прыжок прям с места сиганула. Так, Бостон. Вот рядом хорошо. Вот тренируйте заодно и команду рядом. Да, спасибо. Бостон, пожалуйста. Очень хороший прыжок. Зачем я так низко только сделала? Рейна, пожалуйста. Говорит, я тренируюсь на взлет. Это я видела, так вертолеты делают. Прошу. Да, задние ноги тоже собакой считаются. Давайте еще разочек. Смещаемся. Да, но идем вдвоем. Пожалуйста, Каха, Нори, вдвоем пойдем. Нет, хороший прыжок был. Мы что, будем на этом останавливаться? Нет. Сидеть. Давайте. Ждать. Работаем вдвоем. Прошу. Идеально безупречно. Для пары вообще сложнее намного прыгать. Туча, пожалуйста, и Бостон. Стоп. Стоп. Сидеть. Ждать. Ждем. Прошу. Барьер. Бостон, отлично, Туча зацепила. Поскольку нас пятеро, у нас, видите, ротация пар будет. Это очень хорошо. Пожалуйста, Рейна и Нори. Стоп. Сидеть. Сидеть. Ждать. Нельзя забывать. Прошу вас. Барьер. Хорошо, Нори чуть-чуть цепанула. Каха, Туча. Каха, Туча. Рядом. Сидеть. Сидеть. Ждать. Нет. Нет. Каха, хорошо. Вниз. Девочка, вниз. Нельзя. Сидеть. Каха. Сидеть. Нельзя. Нельзя. Фу. Ждать. Работаем. Барьер. Вперед, барьер. Супер. Иди сюда, рядом. Так, Бостон, Рейна, пожалуйста. Иди рядом. Давай. Работаем. Хорошо, ну здесь под углом было, да. Хорошо, хороший был прыжок. Так,
обойдите, пожалуйста, встаем туда. Боська, Бось! Говорит, подожди, тут такое. Хорошо, сейчас. Так, от Рейны начинаем. Стоп, 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 Ксения, стоп. Команда сидеть. Сидеть. Оттуда пойдем сюда. Смещаемся в ту сторону, поэтому Бостон. Дальше. Команда ждать, идите туда. Будем усложняться. Очень сложно, когда собака бежит, бежит, а потом прыгает. То есть нужно расчет определенный. Прошу, работаем. Поэтому идем с дистанции. Рейна, прыгаем. Рейна, сюда. Барьер. Ай, я была. Сюда. Хорошо, ух ты. Так, Бостон, пожалуйста, идите, да, за корду. Бежать, бежать и прыгнуть намного сложнее, чем рядышком. В сторону, Рейна, да. Хорошо, прошу вас. Боже, вот учитесь, вы представляете, как получается. Хорошо, Каха, сейчас поднимем вот так. Потому что если Бостон прыгнул настолько с его длиной ноги, то как должен Каха прыгнуть? Давайте справедливо, да. Бостон сюда, да-да-да, ага. Все, поднимаем. Значит, делайте упор ногами, потому что если зацепит, мы тоже ведь полетим, да? Хорошо, Каха, работаем. Вперед, барьер. Да, постарался, молодец. Туча, туча, по одному работаем. Смещаемся в сторону Юлии. Туда смещаемся, не перепутайте. Да, я вас совсем замотала, бедных. Держитесь, еще немножко. Полуроком. Хорошо, хорошо. Осторожно, осторожно. Ну, давайте, туча, летим. Вперед, барьер. Барьер. Ай, браво, супер. Рядом. Давно я таких овчарок не видела полетных. Рядом, нет? Нори можно и поближе. Ну ладно, попробуем, попробуем. Тоже у вас собака прыгает хорошо. Давайте вот так. Барьер, барьер, барьер. Знаете, сказали, хорошо, что она у вас легкая. Не бросайте повод, полетим вместе. Прыгните до конца все же, мы никак не можем. Да, благодарю. Да, давайте не будем, а то прервётесь. Да, давайте. Да, я считаю, что это хорошая идея. Угу. И да, и... Барьер, стоп! Бостон, работаем еще разок. Смещаемся, Каха, Туча, Нори, Рейна. Хорошо. Вот с Бостона, секундочку, с Бостона усложнение. Послушайте, пожалуйста, еще и меня, помимо, да, своей собаки. Значит, смотрите, энергичный позыв у корды остановиться. Я поднимаю, прыгает собака. Хорошо? Если остановится... Слишком близко мы подвинемся. Ну, это что? Нет, уклон. Видите, уклон в ту сторону, и Бостон стоп. Покатился по наклонной. Нет, назад. Еще назад. Нет, корду не подниму, пока вы не становитесь с той стороны. Да. Еще. Вот туда. Вот туда идем. Стоп. Стоп. Достаточно. Достаточно. Стоп. Хорошо, прыгаем. Хорошо. Так, значит, понятна задача, да? Собака подбегает и останавливается у корды. Потом я поднимаю, вы прыгаете, даете команду на прыжок. Ладно? Усложняемся, у нас очень мощные собаки-вожаки. Просто прыгать и сидеть мы не будем весь урок. Энергично подбегает и останавливается. Давайте. Как я слышала на последнем уроке, задорно бежит. Мне прям понравилось, я запомню. Задорно давайте. Плохо, перешел. Так, поднимаемся, сейчас немножко подвинем. Барьер. Да, хорошо. Если собака встанет слишком близко, мы сдвинемся, это не проблема, да. Но нужно, чтобы она не забежала за черту, пока никак. Туча, пожалуйста. Хорошо. О, ветерок холодненький, сейчас Бостону легче будет. Нельзя. Так, бежим задорно. Нет, нет. Стоп! За мной. Рядом. Ждать. Сюда. Рядом. Ждать.
Это вот все из-за вашей надписи на кофте. Вот я думаю, из-за этого. Давайте, подзыв. Давайте. Все, побежали, побежали, побежали. Стоп. Хорошо, прошу. Да, прыжок изумительный, конечно. Нори. Научили вот ее читать на свою голову? Пишите что-нибудь позитивное. Да. Хорошо, давайте, задорно. Стоп, стоп, стоп. Так, задорно получилось. Прыгаем. Ну, вообще, Нори лучше выполнение задачи. Еще раз, Рейна, молодцы. Пожалуйста, туда, да, спасибо. Хорошо. А можно я поводочек подержу? Он у вас такой замечательный. Да, я имею в виду пес. Да, да, хорошо, подзыв. Стоп! Хорошо, к себе, да? Угу. Еще раз, пожалуйста, Бостон. Давайте все-таки как Нори, чтобы не заходя за черту, красивый прыжочек в конце. Давайте как Нори. Угу. Прошу вас. О, задорно, хорошо. Да, прошу. Да. Чисто, ну немножко, да, зацепился. В принципе, да, задача выполнена. Хорошо, Каха, пожалуйста. Так, Каха, да, давайте тоже весело, весело. Кахош, спокойно, иди сюда. Стоп. Да, стоять. Барьер. Да, чисто, ровно, спасибо. Схватили со второго, да. Захода задачу, туча. Давайте. Хорошо. Прошу вас. Иди сюда. Задорно, задорно. Стоп. Стоп. Хорошо. Прошу. Барьер. Перетекла прям барьер, нет, красиво. Нет, нет, Рейна и Нори, работаем вместе. Сейчас мы вам нормативы подпортим. Так, и та же задача, у черты остановиться, пожалуйста. Угу. Работаем, подзыв. Стоп, 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 стоп. Хорошо. Ну какой барьер-то, еще барьер, это нет, обратно. Вот вы жулики, ну просто. Пока Нори честно ждет подъема, вы прыгаем. Нет. Да, Бостон, пожалуйста, и Каха работаем. Говорит, ну тарапыга я немножко, ну я же доберман, что ж. Возьмите чау-чау. Та же задача. У вас собачка убежала. А у вас нет, что интересно, да. Да, я бы сказала, это очень круто. Тут два варианта. VIP управление и как не считает бульдога партнером в данном случае. Да. Значит, у черты еще раз прошу вас остановиться. Прошу, идем. Тихонечко, как сюда. Стоп. Сюда, сюда, сюда. Стоп, стоп. Нет. Да. Стоп. Работаем. Угу. Хорошо, хорошо. Нет, Бостон честно прыгнул тут немножечко, да. Моя вина, качнула. Но выполнила четко задачу, очень хорошо. Туча, пожалуйста, и Рейна. Все равно, как ни крути, даже хорошая физформа, учитываем физиологию собачек. Да. Ага, ага, да, я вижу, да. Хорошо, ладно, подзыв к барьеру. Стоп, стоп. Да. Хорошо, молодец. Пожалуйста, барьер. Барьер. Ай, нет. Какая синхронная ошибка задними ногами, прям удивительно, как это вы так договорились. Нори, Каха, работаем еще разочек. Останавливаться не нужно, барьер и к вам, поэтому вы заходите за корду и еще метрик, длина собаки примерно, хорошо? Ну или там около того. Останавливаться перед барьером не нужно. Угу. Прошу. Вперед, барьер. Барьер, Нори, иди сюда. Нори, Нори, иди сюда. О. Как хорошо, что я нашла чего-то вкусное. Каха вот бежал и ничего не нашел из-за этого, да.
Так, ага. Зовите через барьер себя. Барьер. Она не может сказать, что там, у нее полный рот еды. Вы барьер, подождите, барьер. Она прожует и расскажет. Бостон, туча, пожалуйста. Пожалуйста, работаем. Барьер. Хорошо. Бостон пошел на таран, как-то даже перепрыгнуть смог. Туча зацепилась. Вперед, барьер. Барьер. Стоп. А здесь хорошо, да, прям хорошо. Бостон, Нори, туча, отлично. Каха, вижу. Хорошо. Пройдите, пожалуйста, на то же расстояние, мимо собачек в ту сторону, команда ждать. Идем. Да, Бостону можно и лежа. Хорошо, мимо. Да, хорошо. Подзыв к себе. Да, хорошо, все четко. Оставили, пожалуйста, собачек. Прошли мимо конусов и еще столько же в сторону леса. В обратную сторону, пожалуйста. Дальше, до границы с травой. Да, вот уже китам некоторые. Да, здесь согласна с Рейной, пока не пора вам. Хорошо. Подзыв будничной остановку у конуса. Работаем. Туча, первая, Бостон, Каха, изумительная работа. Подзыв до конца похвалить. Три собаки, идеально выполнившие упражнение. Хорошо. Так, с Рейной посадить ее так, чтобы у вас длина поводка была в середине от конуса туда и сюда, чтобы вы могли остановить. Понятно, задача, да? Вы должны в середине остановить, поэтому вы должны отойти, поэтому поводок туда и сюда, половину, чтобы у конуса было, ладно? Команда сидеть, все остальные, пожалуйста, еще раз. В эту сторону. Да, у Рейны, чтобы шанс был остановиться. Спасибо, вот так будет честно, да. Хорошо. Каха, Бостон, Туча, Нори. Хорошо, Нори прям круто во второй половине урока. Хорошо. Еще разочек. Подзыв у конуса и лежать. У конуса лежать. Стоп. Туча, идеально. Каха, молодцы, Бостон. Лежать. Ну давайте уже лежать. Туча, Каха. Нет. Туча, Нори лучшие. До конца к себе. Изумительно. Молодцы. Сейчас Бостон, да. Хорошо, к себе, пожалуйста, Бостон. Молодцы. Не бросили, как попалось, доделали. Еще раз, пожалуйста, на этой линии ждать. Отходим до края травы. Вертикального края. Бостон, Нори, вижу доберманов, овчарка. Хорошо, лежать. Так, никто не ошибся. Тут Бостон немножко подполз, в принципе. Да, есть Рейна, приятно. Сидеть, пожалуйста. Сидеть. Три собаки минус доберманы. Лежать, пожалуйста. Бостон, хорошо. Подзыв у конуса стоп. Любая команда, как хотите. Подзыв у конуса, стоп. Бостон мимо, Нори мимо. Туча безупречно. Ну, Рейна, ладно, ждем пока успехов. Каха мимо. Бостон ушел. А, это вы его двигаете, да? Вы его двигаете или он гуляет? А, он гуляет. Хорошо, туча безупречно. Молодцы. До конца к себе. Лучше. Бостон к себе. Да, хорошо. Хорошо. Так, жалко. С Рейны начнем, слалом по конусам сопровождаем, до Нори идем по прямой. Пожалуйста, сместитесь там чуть-чуть туда, в сторону леса. Без конуса вы уже сами можете, да.
Да, 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 давайте, давайте, вот задорно, задорно. Рейна, давайте уже начинать. Рейна, пожалуйста, да. Хорошо, Каха, работаем. Каха, пожалуйста, начинайте, да. Хорошо, и в строй, и замечательно. Хорошо, Каха, работаем. Бостон, пожалуйста. У первого конуса собака, у последнего вы. Работаем на себя, змейку. Вы можете лучше. И туча тоже готовится морально. Делать змейку на себя. Пожалуйста, Бостон. А могли сделать вид, что не заметили. Хорошо. Идеально, безупречно, очень хорошо. Туча, работаем. Ждем в любой позиции. Пожалуйста, идите до последнего. Или около того. Хорошо, идем змейкой. Туча, не подходи близко, пожалуйста. Угу. Змейка. Нет, мата, мата, нет. Мата, мата, нет. Да, хорошо, показали, да. Нори, сопровождаем. Нори, слалом, пожалуйста. Сопровождаем. Сейчас, Бостон, подзыв уже будем. Нори. Да, хорошо, спасибо, спасибо. А трейнер, работаем главную команду, на этом заканчиваем. Спасибо за работу, сегодня было сложно. Получилось у многих. Отходим длину поворота в ту сторону, где тропа. Пожалуйста. Спасибо, что повторили. Работаем. Да, хорошо. Говорит, ничего ты только обещаешь, ничего ты не сделаешь, это твоя любимая собака. Хорошо, Каха, работаем. До свидания. Так, на фоне уходящей Рейны особенно сложно вам будет. Давайте. Работаем. Ну да. Да. Сюда. Куда мне кожи? Я только посмотреть. Ждать меня. Прошу вас. Да, очень хорошо. Попить, остудить. Туча, пожалуйста. Очень хорошо. А есть вену наоборот, чтобы дуло, но холодно. Интересно. Сейчас забудешь меня, как всегда. Буду я ходить 2 дня по полю, голодная. Я сказала ждать. Достаточно. Ко мне. Фух. Хорошо, спасибо. Нори, работаем. До свидания. Да, хорошо, спасибо.